Военная обстановка в Сирии 12 января 2017 года. Сообщается о том, что ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по террористам на юге от стратегического города Эль-Баб, который удерживают игиловцы и осаждают турецкие силы. Согласно докладам, было уничтожено до 30 игиловцев и 6 единиц техники. Авиаудары были нанесены в то время, когда появились доклады о том, что сирийская армия перебросила от 5 до 6 тысяч солдат в район авиабазы Квейрис. Данный шаг некоторые эксперты описывают как предпосылку к наступлению на ИГИЛ в направлениях на Эль-Баб и Дейр-Хафер. С другой стороны, правительственные войска размещены, чтобы напоминать Анкаре о том, что она должна избегать спекуляций на тему возможных наступательных действий в направлении Алеппо. В провинции Дейр-эз-Зор отряды сирийской армии при поддержке боевых самолетов провели рейды против игиловских отрядов возле аэропорта Дейр-эз-Зор, деревень Аль-Джафра, Аль-Хусейния, Аль-Бгилия, Аль-Боамар, Аль-Абд и Хавджет Аль-Мриайя. Правительственные источники заявляют об уничтожении десятков террористов. Между тем, в провинциальном центре продолжились бои в районе Рашидия. ИГИЛ попытались при помощи автомобиля-смертника прорвать оборону армии, однако автомобиль был уничтожен правительственными силами. Силы YPG, поддерживаемые США, заняли деревни Аюж, Аль-Юмар Аль-Атшанат, Курманджо и Важума, а также окружили несколько удерживаемых игиловцами деревень на северо-западе от сирийского города Ракка. Далее отряды YPG наверняка займут оставшиеся игиловские деревни на юго-западе от населенного пункта Айн-Иса. Однако, по данным местных источников, большинство игиловских отрядов уже ушли из данного района. Кроме того, YPG провели наступление на игиловцев в район населенного пункта Химарайн. Продолжаются бои в деревне Сувейда-Саджира, которую ранее на этой неделе заняли ИГИЛ. Согласно докладам 11 января в провинции Идлиб, по небольшому конвою Джабхат Фатех-Ашам, бывшая Джабхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды, был нанесен авиаудар, предположительно американцами. Конвой террористов был уничтожен возле деревни Саракиб. Сообщается о том, что были убиты два командира Фатех-Ашам, Абу Икрима Аль-Туниси и Абу Анас Аль-Масри, а также до 10 других боевиков. Позже, в этот же день и в этой же деревне, еще одним авиаударом был уничтожен автомобиль, принадлежащий данной террористической группировке. Убито 4 члена группировки Фатех-Ашам. Коалиция во главе с США начала проводить постоянные авиаудары по целям Джабхат Фатех-Ашам в провинции Идлиб с тех пор, как Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году.